Эй, демон, лови ядерку! Что это было? Очень мощный боеприпас! Теперь мой черед! Мы потеряли уже 2 завода, и наш уровень военного производства устремился к 0. Наши гиганты с радостью вернули бы нам завод, но сил недостаточно. Мы и так очень многих потеряли. Все тхы наших последних рейда закончились полным фиаско. И вот-вот враг нанесет свой стратегический удар. Сейчас же начинаем модернизацию всех гигантов, что остались в строю. Мы не должны терять время. Мы с братом хорошенько потрудились, так как увеличить огневую мощь Иосифа без изменения конструкции оказалось невозможным. И мы готовы презентовать чертеж. Не судите строго, Иосиф нового образца во всей красе. Для должного центра тяжести пришлось добавить дополнительную ось и еще один двигатель. И все эти доработки ради установки нового нарезного орудия. Перегрев нашему Иосифу не грозит, а скорострельность будет рекордной. Броня напрочь отсутствует, но мы компенсируем это мощным и скорострельным орудием. Проект будет завершен в нужные нам сроки. Интересно увидеть результат прокачки. Начинайте сборку.